Добрый вечер, старший лейтенант полиции на цель. Здравствуйте. Что случилось? Что случилось? А у меня вопрос такой, почему вы останавливаетесь с нарушением правил дорожного движения меня и все транспортные средства? А давайте сейчас отойдем метров 20 оттуда и посмотрим. Там знак 327 висит, остановка стоянка запрещена. Здесь? Не, здесь, конечно, конечно. Он действует. Ну как вы не видели, вы инспектор ДПС и не видите, останавливаете, смотрите, в ряд. Раз, автомобиль 2, вот третий автомобиль остановили меня. Там знак висит 327, остановка стоянка запрещена. Я не видел. Пойдемте покажем. Итак, значит, сегодня 7 марта 2019 года, меня оставил инспектор ДПС, 3-й отдел полиции города Энгельса. Сейчас посмотрим, знак 327 висит у нас. Пойдемте. Вы первый раз, что ли, здесь стоите или что? Я вообще второй день работаю здесь. Второй день? Да. Служите, наверное, да? Конечно. Потому что я уже раз привлекал и руководство ГИБДД, и сотрудников полиции, и ГИБДД. Поэтому вот 327 знак висит, пожалуйста. Часто здесь очень сотрудники получали. Вот. Знак 327. Остановка стоянки запрещена. Вы останавливаете, поэтому тем более там. Нет, я не видел, просто честное слово. Все, имеете в виду, да? Вопросов нет. Все понятно, да? Потому что очень много привлекал и сотрудников, и руководство. Нет, честно, вы. Я вчера виделся, да, мы стояли? А я не помню, может вчера быть. Приезжали к Александру Сырцову, разговаривали. Может быть, днем, наверное. Да, да. Так что так. Вопрос Энгельс не знаю, поэтому. То вопросы есть какие-нибудь? Нет, нет, нет. Все нормально? Все нормально. Счастливо, удачи. Все, до свидания. А можно удостоверение ваше посмотреть, так чтобы убедить? Нагрудный жетон у вас 64. 06-92. Первый раз просто вижу на лицо. Не торопитесь. Можно глаза не светить? Я не свечу глаза. Нет, просто глаза светить. Вы не смотрите сюда. У меня сейчас выписку с приказа будет, да, а вы знаете, что она недействительна? У вас пакет какой-то упал, перчатка. Она недействительна у вас, вы знаете? Давайте ознакомиться. Старшего лейтенанта полиции Луценко Дмитрия Валерьевича на должность инспектора дорожно-патрульной службы 2-го взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы государственной инспекции министерства. Так, Трифонов, да? Угу. Подпись Трифонова нету. Генерала нашего. Ну, с этим вы не имеете права вообще Почему стоять. Ну, я вам говорю, потому на самом деле. Потому что удостоверение сейчас готовится. Ну, вот, когда будет удостоверение, вы имеете право останавливать транспортное средство. Ну, в данный момент вы не являетесь сотрудником полиции. У вас пока, вы переводом пока. В данный момент вы не имеете нести службу. Приказ есть. Есть приказ. Я сейчас обращение в ГУВД приду, мне придет ответ. Я через месяц вам приду с этой бумажкой и вам докажу это. Не бумажка, а документ. Ну, документы. Я вам покажу. С печатью, заверенной руководством ГИБДД или ГУВД. Я не являюсь сотрудником. Нет, полиции. Вы являетесь, но временно не обязаны исполнять служебные обязанности. Есть приказ, я поставлю на должность инспектора ДПС города Энгельса. Но вы не имеете права на линии стоять, вы знаете? Почему? Ну потому что у нас практика такая. Первый раз, видите? Кадровики сказали, что можно. Кадровики кто сказал? Харченко Сергей? Почему Харченко? Ну а кто? Начальник. Владимирович. Ну, Харченко Сергей. Наверное, ну, он начальник кадров, поэтому я спрашиваю. Вы дали документы, вы понимаете? Чтобы предоставление. Я понял, все хорошо. Нет. Все, вопросов нет? Нет, счастливо, удачи вам. До свидания. Счастливо. До свидания. Сказал, он новенький какой-то. Луценко. Ну, не знаю, надеюсь, урок он понял. Сейчас буквально прослежу минут 5. Если они не уедут отсюда, значит, будем принимать соответствующие меры. Всем пока. Вот они урок поняли, уезжают. Уезжают с кормушки своей. Да, камера плохо, конечно, с телефона снимаю. Надеюсь, урок они поняли. Что случилось?
Да что это? Это у вас что случилось? Вы меня остановили. Я вас не останавливал. Вы меня жезлом махнули. Нет, же. Нет, я не вас не останавливал. Ну, показалось. Я вас не останавливал. И семерку останавливал. Не знаю, ладно. Счастливо. Счастливо.